Всем большой привет, дорогие друзья! Смотрите сегодня, какой у меня жгутик из бисера, беконусов и супердо. Очень просто плетется. Вот у меня, конечно, по цвету беконусы тут потерялись, они черного цвета, но они так вот очень мило поблескивают, когда падает свет. Вот, можно, конечно, выделить эти беконусы, сделать более яркими. То есть тут, конечно, игра цвета. Как вы хотите, у меня выделены супердуо, можно выделять, наоборот, вот эти бисерные линии, кому как нравится. Итак, кому интересно, оставайтесь на канале, будем плести такой жгут. Нам понадобятся следующие материалы, а именно супердуо, бисер у меня чех 10, можно взять тоха 11, и у меня беконусы 3 миллиметра, маленькие вот такие, 4 сюда не подойдут. В смысле, если взять 4, то оплетение бисером будет другого, в общем, счета как бы. Вот. И давайте начнем. Для начала мы набираем, мы сначала оформляем вот это место. Набираем 8 бисера. Замыкаем все в кольцо. И завязываем в узелок. Можно здесь оставить немножечко, чтобы потом сформировать петельку для замка, как вы хотите. Я еще раз по этой линии пройду для укрепления. По всей линии пройду и только потом завязываю вот узелок. Плету я на плетенке, на рыболовной нити. Можно плести и на фаерлайне тоже. Ну вот на леске я посоветовать не могу из-за беконусов, хотя немножко нитку здесь видно, поэтому нужно подбирать в тон, постараться. У меня вот такой серенький цвет. Вот, мы прошли, ой, завязали узелок. Сейчас проходим через следующий бисер. Ага. Так, авария. И набираем сейчас по 5 бисера. Набираем и проходим через один бисер. Вот следующий пропускаем через один. И так вот по кругу у нас будет на 4 супердуо в круге. Можно плести и на 3 тоже, это уж вы как хотите. Вот у меня плетение, жгут получается где-то около 12, может, миллиметров в диаметре. Если хотите поменьше диаметр, то можно на 3 супердо. Вот пока ничего не понятно, но тем не менее плетем. Вот по 5 набираем, через один вставляем. Вот мы уже на стыке здесь. Вот у нас начальный вот такой элемент получился. Сейчас нам нужно подняться на вершину вот из этих 5. Это будет третий бисер. Вот так. И начинаем плести. Сейчас мы будем набирать в этом ряду супердо и проходим в следующую вершину. Вот так. Вот так 4 раза вставляем. Находим вершину. Пока это все рассыпается, ничего страшного, оно потом соберется. Вот так. Мне только кажется, или камера трясется у меня, как будто. Вот мы прошли круг. Вот. Это все вот так должно встать. Я еще на один элемент уйду вперед. Я всегда так делаю для более такой прочности. Вот так вот собрали, натянули хорошо. Вот. Первое немножко рассыпается, да. Ничего страшного. Надо выйти из супердо. Я вышла из бисера. Вот из супердо я вышла. Сейчас я поворачиваюсь назад, прохожу через вот верхнее отверстие. Смотрите, вот так. Дальше будем набирать по одному бисеру и проходить по верхним отверстиям супердо. Ну, как бы уже повернулись и идем в обратном направлении. Так и плетется, ничего страшного.
Опять же повторяюсь, если возьмете бисер Тоха 11, будет лучше. Вот что у нас тут получается. Я уйду немножечко вперед. Вот так. Я всегда так делала в плетении. Оно так, ну, более надежно и плотно получается. Вот так. Дальше набираем мы. Позабыла чуть-чуть. 5 бисера. Значит, 5 бисера будем всегда набирать. И проходим по бисеринкам. Так. Пять штук и по бисеринкам. Ну и натяжение должно быть очень хорошее здесь. Вот мне пока не очень хорошо это удается на камеру, но вы старайтесь, чтобы было хорошее натяжение. Вот мы сделали круг. А сейчас нужно подняться на вершину, опять же, вот этого набора. Вот. И на этом месте мы будем вставлять биконусы. Вот один биконус и по вершинам. Вот. Вам видно? Так, у меня вот черные биконусы и черный бисер, поэтому как бы, ну, все теряется. Но я постараюсь хотя бы вот так показать. Видите, оно все с биконусами. Вот у меня последний биконус. Вот сомкнула я этот круг и ухожу немножечко вперед. Вот нас до следующего бисера. Вот понятно, да, вот этот момент. Вот что у нас получается. В принципе, наверное, это и есть один раппорт. Ну, давайте чуть-чуть дальше сплетем. Теперь мы набираем опять по 5 бисера. Но всегда будем по 5 набирать и идти по бисеринкам. Вот. И так по кругу. 4 раза у меня. Вот. Вот. И мы будем чередовать биконусы с супердуо. От этого получается вот интересный эффект. Вот я прошла бисерный круг. Дальше поднимаюсь на вершину. Через третий бисер на арке выхожу. И на этом месте набираем уже супердо. И тоже проходим по вершинам. Вот так вот. Ага, все-таки камера трясется, по-моему. Так, вот круг прошли. Я ухожу немного вперед. Вот. Вот так я ухожу прямо. Вот. Надо нам выйти через супердо. Почему это нужно? Дальше мы поворачиваемся. Вот на этом месте все-таки вот так проходим. Поворачиваемся назад. Проходим. Но тут вот нитку немножко видно и на супердо. Так как у меня серое на сером, это, в общем-то, не видно. А вообще имейте в виду. Дальше мы между вторыми верхними отверстиями вставляем по бисеру. Вот. Это очень простой жгут, быстро он плетется, прям за 2 часа его уже можно сплести. При наличии вот материалов. Конечно, супердуо нужен. А, нужен еще, нужны биконусы 3 мм. Это все-таки не очень ходовой размер. Но хотя встречается часто все-таки. Везде он есть. Но все-таки не так часто, наверное, как четверка, да? Вот дальше мы по 5 бисера и пошли плясать уже очень легко. Через вот эти и по 5 бисера. Вот. Решила не прерывать. Одним дублем все снять. Посмотрим, что получится. Может быть, затянуто будет, конечно. Вот так мы прошли. Можно сразу подняться на вершину арки. Вы так и будете делать, когда начнете быстро плести. Вот что у нас получается. И на этом месте мы что делаем?
Правильно, вставляем беконусы и тоже по вершинам проходим. Значит, у нас один раппорт идем мы налево плетем, второй раппорт мы плетем направо идем. Только из-за того, что меняем вот стороны на супердо. Это из-за этого и происходит. Вот видите, как быстро у нас идет. За 5 минут мы сплели 3 сантиметра. Ну, понятно, девочки, наверное, да? Вот. Ну, начало у нас вот такое, конец тоже такой будет симметрично, значит, заканчивается на бисере. Потом я просто взяла, сделала арочку, поставила сюда двойное колечко с карабином, и все. И знаете, ничем не надо это укреплять. Оно такое самодостаточное получается украшение. Ну, как бы и не рыхлое, и не мягкое. Ой. И не жесткое, и не мягкое, как сказать. Вот. И все. Вот такой жгут. Совершенно замечательный. Все, девочки, всех благодарю за просмотр. Спасибо, что были со мной. И до следующего видео. Пока-пока.